Мураяма Якидодзе находимся в префектуре Шизуока. И в Додзе, где преподает Канчо Суэна, и находится вторая штаб-квартира. Так как карате непосредственно связано с религиозными обрядами, которые должны выполняться в контексте с духом, то есть это очень глубокая такая вещь. Поэтому начало такое, вот это место называется как раз Камедана. Вот, вы видите алтарь. В алтаре находится фотография отца Канчо Суэна, Шозо Суэна. Это человек, который готовился даже стать камикадзе во время войны в 40-е годы. Портрет Канчо Суэна вот в те годы, когда он основал, вот именно он выглядел так. В алтаре находятся символы синтоистской религии. И здесь, по верям, всегда находится дух. Когда монах открывали, было открытие, монах осветил освященную тоже вещь. Поэтому вход такой происходит, значит. Мы становимся, ноги вместе, становимся, и мы делаем руки перед собой, значит, идет, мы делаем два хлопка и поклон. Все, поклонились, значит, мы уважили духов, божества, и вошли в додзе. Когда уезжают из додзе, то же самое, когда будем уезжать, если удастся, то мы тоже так сделаем. Это Канчо мне показал, он говорит, что это надо делать всегда. А вот доджи-кун первый прописанный, да, доджи-кун шитакан. Вот я его не знаю, и на таком языке, который я не выучил, и дословно не знаю, я не говорю. А вот то, что по-русски, как вот сказать, да, там, и вот здесь написано, мы следуем пути шитакан, да, пути шиду воина. Мы будем тренировать наше тело и дух. Ну, это как и во всех видах, и кюкушинкай, и кидо, там вот в этих всех видах есть. Каждый раз перед тренировкой произносится, Канчо сидит здесь, старший ученик ведет здесь, и вот начало здесь. Вот в данный момент, вот на этой, здесь находятся символы, так как Канчо связано с тигром, он сам тигр карате, и в год тигра, все, то есть так как они по этим календарям всем живут, здесь находится тигр. Эти вот свитки написаны в состоянии мусин, мастером посвященным. И говорит тоже о каме, божества, дайк, иероглиф большой, да. И вот здесь написаны вот эти символы, когда они постоянно перед глазами, ты всегда себе напоминаешь. Вот в этих местах священное, сюда никто не заходит, в принципе, вот в этой зоне находится сенсей. Все, я хотел сказать, все идет под барабан, вся жизнь японцев идет под барабан. Дайко барабан, и в него находится Бог. Все, значит, сейчас ритуал, мы становимся на колени. Мы сделаем сейчас в стиле японском, то есть я так у себя в Казани не делаю, в России, но в данный момент мы находимся в додзе, здесь находится, конкретно виден портрет, изображение, это портрет Хиджиката, который из команды Синсангуми, и вот фильм по... Том Круз играл вот этого человека конкретно. Вот это прототип того человека, кого играл Том Круз. Ну, сильно вымышленный, но вот это есть как раз Хиджиката с командой Синсангуми, командир по боевой подготовке. Сереброника Муксо. И сейчас, Алекс, сними, пожалуйста, фотоаппарат, мы будем делать начало, да?